в этом видео вы увидите. Расширяем ассортимент. Попробовать замкатом его поднять. Не знаю. Как ты с таким размахом пытаешься сюда войти? Это была достаточно легкая покупка. Для особых любителей. Где должна быть трава? Вот в этой штуке? Я говорю, когда людям делать. Всем привет. Итак, сейчас проводим, назовем так, санитарную чистку машины. То есть уже ковры, кто помнит, пропылесосили. Сейчас вот потихоньку можно сравнивать правую и левую половину, да, потолка. Ну, или вот даже по этой полосе. То есть обрабатываю таким вот торнадо. Фу. Вот можно даже прям посмотреть. Видно, как грязь гуляет. Ну что, я сниму уже потом, как оно будет все готово. Расширяем ассортимент. Как вам такое движ? Четко. Объем работы. Что вы хотите все говорить, озвучивайте. Ко мне здесь вернулась машина, и этот угол пошел вниз. Я не знаю, там все эти болты, они adjustments. Можно их отпустить и поднять. Или может попробовать замкатом его поднять. Хорошо, видишь, нет, посмотрим. Так не могу смотреть. Нет. Желтая вперед, красная назад. Ну, в этот угол надо просверлить дырочку и поставить. Ага. Так, чтобы, знаешь... Приблизительно какая-то высота есть? Считается, что кул, чем ниже, тем шустрее. Отцепить можно так и вверх убрать. И вот сюда они тогда две идут. Да. Зеркало не будет мешать? Да нет, не будет. Хорошо. Это вот зеркало... такую лампочку вкрутить вот сюда. Записали. Что, идем осваивать новую тачку? Тачка на прокачку сейчас. Погасаем, погоняем. Что там было написано, вообще непонятно. Лифтап. Эч. Итак. Мне наш нравится? Слушай. Воздушные тормоза. Вау! Кто что понимает? Хай, повышенная, пониженная. Где задняя? А, вот rear. Окей. Значит, нам нужна первая пониженная. Ага, вот это вот понижка. Не знаю. Короче, нужна помощь. A few moments later. Короче, чуть-чуть поигрался, поныкался, подергался. Просто педаль сцепления не до самого пола выжимать. Вот, перепарковываю эту машину. Опа, шик. Еп, все, круто. Нет слов. Это махина. По сравнению с моей малышкой, да? Oh my. Моя корзина старая. Ну, я не знаю, кому это надо, может, кому-то пригодится. Целая корзина страпов. Таких, видишь, которые на крючок. Вон. Куча-куча гана, даже баночка краски белой. Это получается как, по правой стороне подшипники все замененные. По левой стороне, ну, давай так, по правой стороне, все замененные. И на этих подшипниках я прошел 6000 майлов. По той стороне, по левой, то бишь по водительской, подшипники я поменяю. Они у меня в машине лежат. Там хорошие тормоза. И, в принципе, все. Смотри, мне буквально вчера прилетел камень, то есть лобаж был новый. Я либо установлю новое лобовое, либо 300 баксов меньше дам. Ну, скорее всего, установлю новое, чтобы человек был довольный. Трейлером идет 3 колеса. Че надо, как отдалить? 3 запаски. Здесь мой маленький мусор. Сидушки все на месте. Все на месте, все стоит. Видно? 276. Опа. Вот так вот. Смотри, припарковался, потом зашел в номер и думаю, надо припарковаться так, чтобы машина, ну как, перед окнами. Выхожу, смотрю в окно, машина здесь уже стоит. Прикинь, так я припарковался, хуй. Молодец. Нормальный кондиционер, нормальная кровать. Не знаю, телевизор никогда не пользуюсь. Во-первых, светло, чисто, чисто. И за все это $66. The next day. Сижу, смотрю и думаю, что ты делаешь? Как с таким размахом пытаешься сюда войти? Смотри, вот он ломает сейчас голову, а как же он собирается выравниваться? И вот им выдают CDL license. И так уже минут 5 я сижу, наблюдаю за этой картиной. Сейчас, как вы понимаете, он не сможет выломать эту голову, снова поедет вперед. Ну, давай, давай. Да ладно, я что, был неправ? Давай посмотрим в итоге, сколько времени ты все занял. Ты смотри, вошел. Бампер не хрустит у чувака. Что-то ему не нравится. А, ну да, прикинь, вот можно было вперед еще чуть потянуть. Евротранс Экспресс.
Я не говорю, что все такие. Я знаю много хороших водителей. Просто я удивляюсь, как он дают сидел. Уже прошло 2 минуты, вот как я начал снимать видео. А 5 минут я до этого еще сидел, просто смотрел. Просто проблема в том, что он изначально с середины дороги начал это делать. Просто хотел показать, что это Pulsar Logistic, Евротранс. Ну, чтобы вы понимали, 15 минут стою просто, он сзади, пробка уже. Вон один трак, за ними еще вон стоят за поворотами. Вот уже братаны тут приходят, время трения показывают, подсказывают, говорят, там место миллион. Зато какой пейзаж, да? Давай, давай, неси его. Посмотри, он ему стучит, говорит. Иди, блин, потренируйся на чем-то маленьком. Лучше бы мы не брали этот. Смотри, этот винч, видишь, перекосило. Ну, сломало. Этот винч сломало. И теперь я его вручную. Да. Смотри. Страп перед колесом щелкнулся, вокруг колеса щелкнулся. И вот замок начинал. Но это старое говно, поэтому я еще, видишь, аксель наискосок пустил. И с этой стороны вот так наискосок туда. И, может, не видно, но спереди точно так же наискосок стоит страп. Просто это старые машины, поэтому я их много страпов ставлю. Ты же уже как профессионал открываешь. Да. Каждый день. Я же хуй открывал. Вау! Синенький! Cool. Are you happy? I am very happy. Я говорю, когда людям делать. Он еще и ребристый. Хороший? Нормально. Что там, ребят, короче, по новостям, давайте пройдемся, уже давно ничего не записывал. Короче, этот хлам до сих пор тут стоит, этот мы давно уже не трогали. Кто что там вспомнит? Вот это вот, да, стоит аутсайд. Помните, морду переваривали? Давайте откроем. Откроем. Короче, морда. Морду переварили. Можно здесь открыть? Да. Лонжероны выставили, все покрашено, все отреставрировано. Вот такая вот, может быть, не самая чистая работа. Пишите в комментариях. То, что думает по этому поводу. Короче, машина run and drive. Надо зашкурить, покрасить капот. Кстати, капот этот уже где-то был. В какой-то машине он, походу, переходящий. Капот, зеркальце, крыло, бампер. По факту все, что осталось, это покрасить крыло, фары. А, фары. Фары, возможно, у нас есть. Фары, бампер, капот, зеркальце. Лабаш. Только что увидел. Идет под замену лабаш. Вот такая Mazda. Наши утопленники еще все-таки закрыто. Вот эта вот маздочка, я не снимал, как она приехала, но быстренько расскажу. Это была достаточно легкая покупка и легкая в ремонте. У нее стучал двигатель. Все, что мы в ней сделали, просто заменили двигатель, поставили новый, теперь она run and drive. Как она вам? Да. Как она вам? Посмотрите, расскажите. Не битая, не крашеная, просто была замена двигателя. Крыша цела. Салон простой. Закрытая. Вроде все остальное все так же. Короче, пишем комментарии, лайки, дизлайки. Всегда рад вас слышать и читать. Пишем. Смотри, эту машинку что-то я не показал. Здесь 270 тысяч пробега? Да. 270 тысяч пробега, не было ключей в комплекте. И что в ней плохого было? Просто пробег, ее просто списали? Нет, было вроде. Колесо, запаска, кожа, рожа, люк, полная комплектация. Даже вот смотрите, в полную комплектацию входит банка Pinnacle. Правильно? Пинат паста, пинат ореха. Банка для ног. И как мне тут подсказывают, для особых любителей, где должна быть трава? Вот в этой штуке? А где ты видишь трава? Вот это трава. Блин, Мартин, как ты думаешь, что это трава? Это же грязь какая-то. Ладно. Ну, короче, вот такая вот кожа, рожа, крыша. Походу было после града. Есть вот такие вот вздутия местами. С той стороны там лучше видно. А, вон подарок, да. Кондоминиум. Кому нужен свежий воздух. Царапанный капот, точнее ржавый. Бампер, естественно, замятый. Но по факту, что мы здесь делаем? Сейчас сделаем уборку. Ключ мы уже поставили, привязали, прошили компьютер. Делаем уборку, может быть, какую-то легкую полировку фар, хз. И все, машина на продажу. Какой год? 12-й год, 9-й месяц, 270 тысяч пробега. А, вот я вам покажу. Вот, видишь, здесь лучше видно. Пишем свои мнения, пожелания, кто бы за сколько приобрел такую машиночку. И мы ее в ближайшее будущее продадим. Спасибо вам за просмотр.